Да, там и в рекаунте, и в скаде есть. И с Т5. Там только дружного Т5 нету. Я жду, когда Яночка соберет наконец-таки себе Т5, чтобы записать. Ёж, можно быстро таланты поменять? Нет? Да? Нет. Всё, поняла. Уже не получится. А танку было бы лучше. Почему у меня не показывает адмирал? Давайте быстрее. Ой, ты скажешь, когда готов. Готов, суманить только. Потому что ты скидываешь исцеление, а не исцеление и поглощение. Открой другую вкладочку. В рекаунте нет другой вкладки. В рекаунте есть, тоже есть. В скаде я нашел, есть там отдельно. В рекаунте, который скидывал адмирал, есть? Нет, у меня скад стоит. У меня в аккаунте тоже и абсорб обчитывается. Только там по-другому немножко считается. Там другие формулы. Первый, второй, третий, четвертый танки кто? Первый я, второй кислый, третий кола, четвертый. Угу. Дай проверку. 5 хилов? Да. Ты стоишь в ромбике и бежишь в крестик, и так по кругу. Сало воскреснет, нет? По-моему, он натраился уже. Ждем одну минуту. Хилить надо много, так что... Лёх, мне их морозить весь путь, который они идут, или только в начале дальних? У нас два ДКшки есть, если что, будут притягивать. Я, короче, самых дальних просто подморожу и всё. У тебя будет задача, если вот сверхновый там нету больше двух стаков. Притягиваю по одному мобу к боссу. Понял? Это просто вот. У меня да, они да, надолго да. Тормозятся, потому что на них еще окоченение действует, то есть они примораживают. То есть видишь, что мобов, ну, мобы далеко не доходят к боссу, а сверхнова уже прошла от взрыва, ага. Там, допустим, первых мобов. Даешь этот таунт и притяжку под босс, чтобы взрывать. Дай еще раз проверку. Все готовы, все готовы. Крик на ХП. Да мне нет, все вижу. Поехали. Падение пламени, каст. Прибежали. И соло хил. После каждого каста будут танки меняться. Забрали следующего. Прибежали. Мобы появляться. Думаю, появились мобы. Патроны. Коваться когда забрать? После каста. Сверхнова два каста, можешь одного прийти. Стоп, блять. Ну ты не видишь, что мобы подходят сразу 4 штуки.
Кто там, блядь, танчит? Ложитесь. Ты, блядь, не видишь, что 4 моба подходят? Они то подходят, то не подходят. Одного притяните, блядь, ноль до реакции. Войд, блядь, где притяжка? Вы слышите вообще, что я говорю, или нет? Да. Ну, где притяжка была? Да там дохуя мобов что-то стояло. Какая разница, я тебе одного попросил притянуть к боссу. Одного, блядь. Сложно, блядь, просто дать притяжку в рандомного моба любого, или что? То же самое, ты стоишь, танчишь босса, ты видишь, что 4 моба подходят к боссу. Неужели сложно вперед немножко босса протянуть? Если бы ты притянул моба, возможно, бы этого взрыва не было бы, блядь. Взорвалось не 4 моба, а взорвалось бы 3. И рейд бы не лег. Неужели, блядь, сложно посмотреть, сколько мобов подходит к боссу? В нашем случае они должны подходить там по одному, по два моба. Если подходят 3-4, значит вайп. Стоит рыба. Локи на баны отвлекались вообще или нет? Почему не видел мобов баны? Одного видел. Окей, одного видел. Ясно, понятно. Сколько, блядь, траев надо, чтобы все врубились? Сразу мобов нельзя всех подпускать под босса. Чтобы танк, если что, блядь, пару шагов назад сделал. И подходит несколько мобов. Даю проверку. Все готовы? Крик на ХП. Сейчас дам ход. Я не знаю, Джон. Я не знаю. Я сама так же, как ты. Все, поехали. На пол. Класс. Прибежали. Рано некоторые прибегают. Босса чуть на себя. Эти два пускай доходят. Дальних надо контролить. Печенька, верни. Блин, как ты забрал? Расхиливаем. Класс.
Ревностный уж. Проводи каст. Прибежали. Быстрее, быстрее реагируйте. Мобы. Все, ждем, 300 стака прошло. Кават, забираю. Жены НБР. Кастует он. Дай массакру. Каст. Вас так, нормально. Вот тебе этих подпускать. 5 секунд. 3. Выбирай. СП умножи. Мобы. Меди дали. Нормально. Пять секунд. Заберу. Не надо пока. Каст. Просто каста. Сейчас. Я пока не могу, 14. Я по мане сел, гапа югим. Умирал. Каст. 5 секунд. Мобы. Забираю. Отведи немножко. 20 ждем. 3 стопнули. Больше не подпускайте. Упал. Давай, два. 10 секунд. Отведите на край немножко его отведите. На себя танк. Встал за хил. 3 секунды кого. Забрал. Минус маф. Короче, еще раз. Убираю. У меня 20 секунд. Продержусь. Раз. Побежали. Мобов некому контролить. Пожалуйста. Да, мобов там уже. Хуй там рейд. Пианист, это не тема. На берсы 2,5 минуты. Мы вот сколько сейчас гоняли в секундах, пожалуйста. Поддержали, что ли? Нет, просто с начала пола до конца смерти. По времени ты имеешь в виду? Да, вот сколько мы сейчас вот катали тут? 9 минут почти. Почему? Сколько? 6 минут. 6 минут. Учитывая то, что... Нормально все. Кислый упал, потому что перед нами, перед печенькой, все время лужи раскладывают. Мы пока отбежим. Оно всегда, ребята, оно всегда какое-то непредсказуемое будет в этом варианте. Вчера говорил, помните? Я взял, я беру всегда под прожимкой дубовой кожи.
одна минутка. Нет, она, то, хоть, хоть 20%, просто... но хоть, ну, от криту, криту она мне... То есть в этот момент, то есть дубовая кожа не дает по мне криты вообще никакой. Вот у тебя не было захила просто... вообще, понимаешь? Тут бихот. Да знаю я хоть и оношил, но вы не успеваете ни перебежать, ни там переключиться. По поводу перебегания. Вчера говорил, попробуйте как вариант одного шамана поставить наперед. Наперед нельзя, нельзя. Это вообще ничего не... Вперед там... нельзя, там будет лужа. Босс, некуда будет просто потом встать, босс. Да как некуда, эта лужа вообще никому не помешает, зато один хил будет 100% стоять. Фарада, ты сейчас во фросте? А, народ, можно, да, сказать? Адмирал, заткнись, пожалуйста. Фарада, ты сейчас во фросте? Да. У тебя есть, можно, экспериментальную тактику? Планер. Я сейчас кину метки. Да все нормально, просто, блядь, ДПСа нету. Там попадали просто, ну, надо причину падения людей. Сейчас пула 3 ДД лежит. Лех, по ДПС у нас еще было 2,5 минуты и 20% до перевода. Берсу сместили, она теперь 7 с чем-то. Я поставил на 7 с чем-то. А сколько сейчас процентов оставалось? 32%. Все там успевается, просто вот эти падения мы били, блядь, минус 5, полбоя. Ну, если мы били 6 минут, там на первых этих лужах, блядь, полторы минуты. 4, 3 человека, 3 ДД. Ну так надо, чтобы этого не было. По лужам, как я заметил, вот кружок, где мы сейчас стоим, вот он каст заканчивается, там остается буквально 3 миллиметра. И вот ты начинаешь уже бежать. И тогда ты попадаешь уже на край лужи, когда она появляется, и дамага меньше намного. То ли ты в центре словишь дамаг. Там люди суты раньше начинают бежать. Ну так надо раньше начинать, только, блядь, в конце каста. Под конец каста надо. Каст пошел и побежали. Вам будет ориентир, если танки будут заранее во время каста отходить, как только босс дернулся, в этот момент вы должны побежать. Это он поздно. Не сразу дернется. Это поздно. Он в конце каста дергается. Им надо бежать еще, когда он докастовывает одну десятку. Что хотел? Проходит, блядь, но он меньше проходит, не ваншотает. Люди стоят в центре, когда их ваншотает. Когда ты бежишь, ты такой дамаг не получишь. Вон я сколько варом выпрыгивал из них. Леша, ты АФКшишь мне? Можно быстро таланты поменять? Нет, да? Там Кесарь какую-то тактику хочет. Лех, смотри, я сейчас стоял, ну, ближе к центру, да, то есть перед, ну, мы ложе, конечно, разливали, но я двигался почти по минимуму, я стоял и хуячил. Может, хилы будут к центру ближе держаться? И всех достоял, всех доставал. Понимаешь, в чем прикол? В чем прикол? Ложи на хилов тоже кидаются. Это понятно, но, по крайней мере, со мной стояли, я видел ханты и еще кто-то там. Тем не менее, комфортно было. Ну, лужа упала два шага в сторону, и я все равно весь рейд достаю. Тебе было комфортно, потому что там было мало народу. Именно. Если всех хилов туда сместить, мы будем просто стоять и хилить. Смотри, лужа кидается, все хилы перебегают. Кто хилит? Там перебежка полсекунды. Еще раз предложу. Вот вы делитесь на 4 зоны. Танк перед мордой босса. За боссом милики. Слева группа РДД с каким-то хилом. Справа группа РДД с каким-то хилом. Поставьте пятую группу одного хила за спинами танков. И нормально, у вас всегда будет хил, блядь, который не двигается. В любом случае. У нас все хилы хилят и рейд, и танка. В любом случае, когда идет каст, хил должен перебегать. Вне зависимости, типа один он стоит или нет. Вот, он будет за спиной босса стоять, во-первых, служить, то и ничего никому не будет, не убудет ни с кого. А в него первый, если не полетит, он может стоять и хилить танка. Он не будет стоять, тебе только что Гевка же сказал.
В любом случае, ты один стоишь, и ты должен прибегать. Ты не можешь быть уверен, что тебе перо не полетит. Ну, да, окей, я не спорю, ты на первом косте можешь, типа, вот самый-самый первый кост, ты можешь ловить это перо. Но потом, когда у тебя будет совмещаться сверхновые с перьями, тебя просто шотнет, если ты будешь на месте. Кроме того, одного того хила шамана с символом на волну не убьет вообще никак. Это перо, он может спокойно его словить. Да, он словит перо, а потом сверхновое ебанет. И все, пока. Так, сверхновое ебанет, когда босс, мобы доходят до босса, правильно? Ну, у тебя потом, у тебя вначале, да, вначале у тебя все заебца, но потом у тебя одновременно и мобы заходят, и перепадают. Да и похуй, одно перо никак не убьет, там 7000 дамага, блять, щит, и все. Кисло, что ты хочешь? Кисло здесь? Я бы уже успела. Вон там Делорус пишет. Нормально будет. Одного хила из шаманов точно можно так ставить. Я прям уверен. Потом сами... Я наперед не... То есть ему в итоге потом все равно придется за художить. Ну правильно, ну так он похилит нормально танк. Я наперед не встану, не только потому, что в принципе... У вас перебежка занимает секунду. Там буквально в сторону прыжок, все, ты выпрыгнул из лужи, блядь, это полсекунды. Дело не в перебежке, ребят, мы рейд хилим и танков. Если один будет хил стоять в стороне, он и будет хилить только танк. Ну да, танка и надо хилить. Ну так вот. Я даю две цепухи. Ему все равно перебегать придется. И перебегать еще сверху, да. Ты, ну это фигня какая-то. Отдельно. Да ну-ка, сейчас. Пишите. Секунду, сейчас я запишу, а потом покажу. Что это за метки? Это клетка. Клетка для Люцифера. Из нее не выбраться. Решил расставить все метки, которые есть. Ты сейчас зашел, не могу выбраться за звезду. Но с холиком все равно нет, который только там. Жена, не я, Рэл. Да нет, но я думаю, Эршам нормально поставил. Эршам все-таки и рейдовый хил, он не таргетный. Где кисло? Метки расставил, его нет. Может, про все тут нет? Да, все готово. Значит, смотри, делимся пополам, по левой, по правой стороне. Топ. Ну, вот для этой тактики делим для два фростмага, но пусть будет один. То есть у нас проблема, которую я вижу, то, что появляются мобы. Да, начинается контроль, но и спустя там контроль, у нас мобы срываются от босса спустя там 5-8 секунд. Надо нам, чтобы мобы взрывались первая пачка сразу же, мгновенно. Надо в них взрывать. Потому что иначе у нас просто следующий пак мобов уже идет, а у нас еще первый пак не взорвался. И для этого танки, нас 4 же сейчас, да? Да. Сейчас 4 танки, значит, смотрим. У нас 3 точки, это звезда, круг и сам босс. Просто метки хватило. Мы начинаем танкование там, где он стоит. Рейд встает, череп, трусы, первые метки. Срывают там, милики при косте отбегают либо в череп, либо в трусы. Танки отводят после коста на круг. Вторые метки крест и луна. Милики при косте отбегают, неважно, в крест, в луну, то есть туда. Босс оттаскивается наполовину, именно танки, вы меня сейчас поймете. То есть сами звезду, босс где-то посередине. Для чего?
Но рейд бежит все равно в РДД в квадрат и в ромб. То есть босс потом ставится. А для чего? Чтобы вот, вот где я сейчас на себя поставлю что-нибудь. Пускай трусы будут. То есть нам главное для танков, где появились первые мобы. Первые мобы появились, танк, который танчит, вот из нас четырех, любой, неважно. Нам нужно сразу же этого босса вести, где минимальное количество мобов. Допустим, в кресте 2, в круге 2. Мы тащим моба вот сюда, где я сейчас стою. То есть взрываем сразу 4 моба. То есть то, что нам нужно. Нам нужно взорвать 4 моба. Все, дальше уводим его в звезду. Там дальше контроли туда-сюда и все остальное. Подходит еще 3. Все, мы его здесь держим. Все остальное зависит от контроля. Танки. Для нас главное. То есть здесь 4 моба. Взрываем здесь 4 моба. Если здесь 4 моба, скажем, в луне, в круге, то мы тащим босса сюда. Взрываем сразу навстречу, на взрыв. То есть туда, где нам нужно взорвать 4 моба. То есть мы, вот, допустим, первый вот этот взрыв моба, который должен где-то находимся примерно здесь. Это примерно, вот где я говорю. То есть нам нужно сэкономить время, потому что я вижу, что у нас происходит. Мы пошел каст вот этого оживления пламени, и все начинают контролить, мы начинаем отводить моба, проходит 10 секунд, и ударился первый моб. Такое не должно быть. То есть если мы взрываем мобов, то мы взрываем мобов первых, буквально в течение 5 секунд первых 4 мобов, потом оттаскиваем мобов. У нас 4 танка, мы меняемся 20 секунд, который должен быть на смене, стоит уже на точке и забирает его сюда. То есть взорвали 4 моба, танк забрал, босс перемещается намного быстрее нас, он мгновенно уйдет в ту точку, которую нам надо. То есть вы меня понимаете, как танки, так? Да, да, кислая, идеальная тактика, только ты одну вещь упустил. Давай я дополню ее. Нужно сделать ограничение, что метки крест, череп и квадрат, туда выбегают только милики. Метки треугольник, луна и ромбик, туда выбегают только РДД. И все остальное идеально. Не, в этом дело. Ты меня не до конца понял. Ты задачу как танка понял. Я как танка понял. Объясни, бегание рейда. Возможно, я неправильно объяснил. Начинаем танчить его как там, где он есть. Крест. Да, вот говори, куда череп, трусы — это первые метки, которые он тут. Кто бежит в череп, кто в трусы? Да, дальше мы его вытаскиваем на круг. И и там же, где он стоит. То есть это 3 точки. Я объясню. Мы его вытаскиваем там на круг или рядом с ним. То есть это примерно РДД и милики. Вторые перья выкидывают либо в луну, либо в квадрат. В круге не надо никого оставлять, милики, это вас касается, потому что на танков не кидаются. То есть туда. И мы когда вытаскиваем его уже после каста на звезду или примерно рядом с ним, мы не должны, даже лучше не надо, примерно вот сюда вытаскивать, где вот сейчас мы стоим с пианистом. И где появится меньше, допустим, 4 мова в кресте появилось, танк, который танчит, вытаскивает, прям тащит его специально на мобов на крест, 4 моба взрывает и уходит, уводит, либо другой танк, который по таймеру уже выводит его на танкование, забирает его на звезду, уходит, как раз 5 секунд, и все остальное. Контроль как раз нужен для черепа и для трусов. Это как раз первые косты. Далее, почему я разлиновал на 9 меток, хотя тут только 8. Мы
со звезды начинаем то же самое, но зеркально и в обратную сторону. В обратную сторону. При этом, как касты кидают, первый каст и милики, и РДД в ромбе и в квадрате все оставляются уже и выходит, да? И мы как раз уходим на то место, где авар стоит, и при этом навстречу тем мобам, которых мы замедлили, то есть весь рейд, я имею в виду, взрываем по остаткам таймера. Кислая, в чем суть фростмага здесь заключается? Фростмага, суть должна была то, что ты два фростмага по бокам должны были контролить. Так смотри, нам чтобы взорвать 4 моба. Нет, просто смотри. Если слева 6, справа 4, то я уйду направо. Я, а если справа, справа, слева, смотри, по 5... у нас 4 лока, которые их банят. Значит, это уже минус 4. Если две совы дадут хотя бы вихрь, свой циклон, это уже будет минус 2. То есть, хорошо, да, будет давай, хорошо, давай. Ты где стоишь? Справа, слева? Все равно давай слева. Да это ситуативно делается, это рандом. Что вы паритесь-то сейчас? Нет, давай сейчас, в данный момент, где стоишь? Где ты хочешь стоять, скажем? Слева. Где? Слева. Хорошо, слева. Танки. Ведем первые взрывы направо. То есть от того, как сейчас мы смотрим на бой. А куда хилам ставить? Что? Куда хилам ставить? Хилам так же, как и распределялись. Парочка слева, парочка справа, третий в замешательстве, наверное. Или как я? Как бы. Так же, как стояли здесь, так же распределились по меткам, по проблемам. Бафы, да, теперь по танкам, пианист. А кто первый, второй, третий, четвертый? Я первый, ты второй, Кала третий, вот четвертый. Хорошо. Даю проверку. Так, ребята, метки не обязательно прям в метку вставать. Метки принципиально просто обозначена зона. Можно чуть левее, чуть правее, неважно. Главное, чтобы, ну, примерно пополам ты поделил зону в этом смысле, да? Ну хрен с ним. Первая, третья слева, четвертая, вторая справа. Ну чё, уйдём. А, давай трогай. Всё готово, поехали. Ну чё вы? Геру. На косте просто там, дашь? Милики в ту сторону, получается, бежаете. Всё, они побежали. Каст. Перебежали. Моба. С этой стороны дохуя. Налево, налево, налево. Кого ты не достаёшь? Забрал. Три моба идут в босс. Взрываем, взрываем три. Взрываем. Сейчас каст будет. Чего там все стоите? Кончились. Навстречу, навстречу. Да все в хаосе. Стоим, ждем. А, блядь, что-то. Ну все в хаосе бегают. А что там делали? Как она? Посмотрите, где трупы. Вообще, кто где? А как хилить-то, если до полурейда не достаешь? Если было бы нормально, если бы босса не двигается.
Что? Если бы босс было бы нормально, если бы босс не нужно было двигать от мобов. А так как вы начинаете босса двигать от мобов, происходит опять вакханалия и все сбивается. Да, это не актуально, потому что, во-первых, линза прозрачна, не лужи не видно, во-вторых, хилы делятся на две части. Это минус. Лужев в линзе нету. Да, их там не видно. Сейчас кого-то нет. Вот как я расставил, луж в линзе нету. Ну нет, они сейчас были. Не было. Они сейчас были. А по твоему представлению, они не должны там быть, но они там были. Там было. Значит, кто-то заслакал с моим объяснением. Ну, вот тактика, как мы до этого до 32 добили, надо по ней бить. Это стопудово. Я стояла в ромбике, Кават отвел череп туда, мне пришлось бежать, чтобы его хилить. В итоге ребята сместились, тоже, видимо, не доставали до босса. Да, да, ну, да. Это такое. Ну, это понятно все. Да, да. То есть по этой проблеме, тактике, проблема с хилом получается. Да, да, да. Все. Ну, потому что танков хилим все 5 хилов, а так забыли. Делим. Знаете, почему еще забыли? Да. Потому что весь основной ДПС, который должен уноситься, уносится миликами. Да, по этой, да, тактике никогда в жизни ты босса не переведешь, если у тебя не овер дохуя ДПС. Да. Так что все по стараму и не ебите мозг. И плюс, даже если мобы не дошли по старой тактике, ничего страшного, потому что там лужи будут появляться, ничего страшного, там мобы постепенно будут доходить. И урона меньше по рейду в разы. Даю проверку. Поехали. Танки. Значит, сейчас 4 человека. А проблема остается та же, хоть и по старой тактике. Мобы появились. А кто-то, кто танчит, введите, пожалуйста, 2 секунды на мобов. Потом в обратку тащите. У нас сейчас мы переключаемся, мы перетаскиваем моб босса на другую позицию. Нам надо взорвать 3-4 моба, крестим 3 или 4, без разницы. 3-4 моба, 5-й наш лишний. Взорвать и увести босса на 5 секунд. Так а зачем, если они все равно потом дойдут и взорвутся? Нет, ты меня не понял. А если мы отводим босса сразу, у нас ады начинают взрываться через 5, 6, 7, 8 секунд. У нас к следующим мобам остаются от первых. Я вот про. А можно еще? Следующим мобам мы как раз успеваем захилить. А там ничего не остается. Там вот как. Нет, первые перья не остаются. Вторые перья остаются, а третьи уже все пиздец, это вайп. Потому что к четвертым перьям остаются третьи мобы и все остальное. Все, стали на позиционку, поехали. Также ты первый, я второй и. Да, я проехал. Кому что не хватает, скажите. Все по-старому, как должно. Дайте кулак по разбойнику. Так, я первый, ты второй, Кават. На пол пошел. Ну что там, блять, перебежать сложно. Все 5 в РДД упали. Лена, подними же, ну это. Не, я убил, еще упал. Димам, подними, я убил. Сразу же Элбрил выбегаешь наперед. Побежали.
стою. Задних мобов замедляю, и эти пускай взрывают. Вижу, один взорвался. Блять, вот этого забанили, привел вообще. Пустите бан от этого. Забираю. 5-4. Все, стопните по мобам. Во время этого как-то забирать. Ну нормально. То сейчас это. Вы уже смотрите. Касташ. Побежали. Что с Войдом? Кисы поднимешь. Я там поднимаю. Жан, блин, заебал. Давай, коломали. Дальних мобов там отпустить. Каску, пожалуйста. Дай каску, каст. Бежали. Босса с меня, нахрен, уберите. Две секунды. Первых мобов подпустили, тех контролю. Дай Масаку. Масаку, сейчас. Вот этого моба за контроль все вижу. Все, этих держи. Все, стопнули. Нормально. Пускай доходит. А нахуй его поедим? Оба за контроль. Да, я. Что вы делаете, блядь? Локи. Рад, где контроль, блядь? Чё они идут с такой скоростью? Ложить. Рад, ты должен контролить, блядь. Там три моба сразу пришло. Зачем? Вопрос, почему он заэвэдился? Там просто один лок дает бан, второй бан снимает. И по второму тоже. Нахуя вы ближних баните, локи? Не баньте ближних. Вот, блядь, первые ложи были, блядь. Самых два ближних моба появилось. Два. Вы даете по этим двум мобам бан. Нахуя? Дальних, блядь, баньте. По ближним Фарада, наоборот, должен работать, блядь, замедлять. А по дальним Локи бан должны давать, который хуй снимешь. А вы ближним даете. И доходят до босса дальние, блядь. Ждем, пока дальние доходят. Нахуя вы по ближним баны даете? По ближним есть станы 5-секундные. Хватит, блядь, чтобы переждать. А вы бан даете, а потом снимаете. И получается, что сразу несколько мобов взрывается. Меня нормально слышно, нет? Хуёво. Замени меня, у меня там пинг 1700. Не, пингом будешь. Я, кстати, тоже лагаю периодически. А еще зачем вы контролите последних двух мобов, которые стоят в Киросанге? Два моба осталось, они стоят в контроле, нахуя? Да задница мне ваш пил. Рыбу поставил. Я с трупа встала, и мне теперь игра не грузится. Я попробую перерыв. Аль, ты в 4 заходишь снова. Да, бывает такое. А Дживса можете поставить? Стоит. Все хорошо. Просто чтобы замедлять, блять, мобов, Рада, я не знаю, чем ты занимался. Локи банят, блять, ближних боссу, хотя должны дальних банить. Хуй пойми, что делаете. Женуэн. Лёх, а чё там замедлять, если там идёт три моба, когда у нас так сверхновый нет? Должны три моба, у нас, блядь, нету силков ХП. Три моба, посчитай, сколько урона получается. У нас, блядь, пять силов. Десяток, 10-12 тысяч примерно дома. Ты видел, сколько от трёх мобов? Рейд, блядь, половина легла.
У нас, блядь, половины тут, блядь, премиума даже нету. Не наголосовали. Лестница вернулся. А помните, Кислый говорил, надо сразу взрывать мобов? А чё, если буду развивать свою тему с тем, что за спиной танков стоять, 3 РДД туда поставить, чуть поодаль друг от друга, метров в 15. Нахуя мне лучше за танком? Ну, появятся мобы из них, они сразу проведут танки на них вот босса. Вот ты сразу вайп-рида. Ну так танки проведут на них, они сразу взорвутся, это минус 2-3 моба уже. Сразу вайп-рида, 3 моба мы не можем сейчас сливать, блин. А, 3 моба как вы этого поделите? У нас в половине рейда даже премиума, блядь, нету, не могут проголосовать. А вы еще что-то говорите, блядь, про 3 мобов. Вот сейчас 3 моба взорвали. Где половина рейда была? В жопе, блядь, лежала, блядь. Даю проверку. Он просто, блядь, стоит задача дальних мобов законтролить. Первые, которые будут доходить, я там сам по контролю, пока они доходят. Фарада, блядь, все этих ближних замедляю, чтобы не медленно. Кстати, пианист, я самого правого от нас, как мы мобы, как мы босса держим, это мой контроль остальных первых. Женуэл, слезь, пожалуйста, оттуда, нас забанят. Спасибо. Все готовы? Поехали на пол. Реактивнее реагируйте. Когда реагируете, чтобы перебежать, надо вам, не знаю, секунд 20. Войд, сильно рано забираешь, не во время того коста. Кого, дай пороги кулак, да, пожалуйста, если будет время. Как? Бежали. Вон, 4 моба, которые появятся, блядь, там, где РДД зона, локи ваши. Парада, твои мобы, которые заменили зону, идут. Таск. Прибежали. Которые близко появятся сейчас мобы, вот этих. Никто не контролит, где я прыгаю. Сказка, блядь. Вот звездочку. Никто этого не контролит. Вот этих замедляем, все нормально. Притянило это одного воина. Который подходит. Все. Все, дальше. Остальные даем. Лок, все. Раз. Все, потиху будут доходить. Все страшно. Парада, все отлично. Да, идут, выпустите их с контроля. Забираю. Каст пошел. Корни там, блять, вообще не в тебе. Пробежали. Охел. Контролем дать мобов, двух передних пускай идут. Надо дать ему контроль. Отводи немного на себя босса. На себя, на себя. Брат, забирай! Беру. У меня нет стаков. Иди от этим. Вон он. Каст пошел. Кого скажешь? В чем проблема? Дрочат на таки. Дай массак. Рахил рейд. Где у нас? 2 секунды. БР, дайте пока уколаться. Забрал. Войда. Все, два дошли.
внимание. Следующих отпускайте. Отпускайте, вот. Сейчас. Побежали вперед. Кто следующий? Две секунды, выбираю. А, нет, я не забрал. Контроль, Рада, контроль, блядь. Чё так быстро иду, блядь? Забрал. Всё, эти два пускай подходят, ещё один. Тех дальних за контроль. Гимноману и Инра раздайте, пожалуйста. Аю, гим. Ну зачем вот это вы контролите, блядь? Вы не видите, чтоб по два доходило? Покраст. Немного босса подведи на себя. Всё, те два пускай доходят. Кислого прохилил. Забрал. Эти два тоже пускай доходят. За 3 секунды скашкала. Два, блядь, а не три. Просел. Гэри Санде. Каст. Побежали. Кават, что там? Мобы сейчас будут. Снова. Выбирай. Рада дальних. Притяни одного. Забрал. И забирай. Бой дохилим. Контрольцы ближних. 4 штуки идет. Еще 2 можно. Стоп. Все, больше не надо. Вот. Вот хит. Дальше. Пускай доходит. А. Прошло. Забрал. Два. Нормально. Пускай доходят мобы. Снова два. Этих можно отпускать. Да, уже прошло. Меня будете поднимать, нет? Уйдена, БР, Саварио. Мелизона. Лужу. Ревность пошел, надо с меня забрать. Окей. Я понял. Не стаки были. Хильтиковато пока. А мне 800. Прожимки кончатся, скажем. Да нет. Забирать кого-то? Классно. Подожди. Хоть забирай. Хильти. Изыблемость 8 секунд, хильти. Господи, хильти. Господь. Спаси и сохрани. Изыбка. Ебаш. У меня маны нету. Ебанулся, хуярит на хп. Кат. Все, пизда, не прожим. Войско дави, ебать. Ебашка. Все, пизда. Ложимся. Алин, вот насчет маны нету, давай заранее. Там это надо друидов назначить. И там тут совут, и все тебе кинут. И даже я могу кинуть, когда у меня здесь есть окно. Довольно-таки нормальное, хорошее окно. И бирнуть, и народ по контролю, и мобов по контролю, и кинуть. Заранее хилы, заранее, не только Полина, заранее хилы. Кому нужен Инер, пожалуйста. Кто следит за чатом, анонсите, пожалуйста, это. Неважно, кто вы, ДД или хил. Будьте добры, внесите свою лепту в рейд. Еще я хотела сказать, там ближе уже к вайпу нашему, да, когда уже у нас там 25%, посмотрите, обратите внимание, как бегает рейд. Нам приходится более по таргету вас прохиливать, помимо танков.
вы можете как-то кучнее? Во-первых, лужи раскидывайте хер пойми где. Во-вторых, еще раз говорю, нам приходится вас по таргету прохиливать, только потому что вам удобно, видишь ли, там где-то стоять. Ну серьезно, ребят. Начинаем с кучек, разбредаемся по всей платформе. Ну такое. Ой, сейчас изменю. Так, на сегодня давай, все. На сегодня все. Это будет красивая победа. Там видишь, в чем фишка, вот, Полина, вот когда я за Фурика бегаю, да? Вот смотри. Вот я стою здесь, да? Тут будет лужа априори, то есть вот где мой ДК стоит. Перебежать надо вот хотя бы сюда. Тут будет край лужи примерно. Как это происходит, да. Если. Че? Завтра пойдем в РС-ку ХМ-ку, скорее всего. Это я понимаю, то, что со временем люди там пытаются лужи отбежать. Конечно. Я на приходе. 5-10 минут в ГМ-ке. Будьте добры, пожалуйста. Сейчас. Это я понимаю. Просто понимаешь, такая штука, что, блин, вот на профессоре, смотри, когда чума перекидывается, мы все равно же, да, видим толпу и как-то пытаемся кучковаться. Ну вот попытка не пытка, но это происходит. Почему здесь вот так не... Мы начинаем с кучи, смотри, в итоге по платформе разбредаемся. Это очень неудобный филам. Я тебе объясняю. Тут, если кучковаться, то все будет зависеть... Чисто от одного фактора, это реакции людей. Пинг плюс реакция. Ну, я понимаю, здесь... это сыгранность, да, я понимаю. Я просто... Короче, посмотри, у кого нету доступа, и кто, у кого нету вообще здесь. Бля, киса здесь?